Первая медицинская помощь при радиационных и комбинированных поражениях. Чтобы оказать первую медицинскую помощь при радиационных поражениях, необходимо знать: а. поражающие свойства ионизирующих излучений, б. признаки радиационных поражений у человека, в. способы защиты и приема медицинской помощи. Поражающие свойства ионизирующих излучений. Проникающая радиация, гамма-излучение, нейтроны. Бета-частицы, гамма-кванты, альфа-частицы. Ядерный взрыв – это мощный источник ионизирующих излучений. Гамма-излучение радиоактивных веществ – самое опасное, так как обладает наибольшей проникающей способностью. Альфа-частицы задерживаются слоем бумаги, одежды. Бета-частицы задерживаются сталью 1,5 мм, бетоном 5 мм, грунтом 7 мм, деревом 16 мм. Поток гамма-квантов только ослабляется в 2 раза. Сталью 1,8 см, бетоном 5,6 см, грунтом 8,4 см, деревом 21,4 см. Поражающее воздействие радиоактивных излучений связано с их способностью заряжать и ионизировать атомы и молекулы среды. В результате ионизирующего воздействия в организме происходят изменения, приводящие к развитию лучевой болезни и лучевым ожогам. За единицу дозы ионизирующего излучения принят рентген. Рентген – это количество гамма-излучения в одном кубическом сантиметре сухого воздуха при температуре 0 градусов и атмосферном давлении 760 мм ртутного столба, создающего 2 миллиарда пар ионов, несущих заряд в одну электростатическую единицу. Признаки радиационных поражений у человека. Лучевая болезнь развивается при внешнем облучении, а также при попадании радиоактивных веществ внутрь. Различают острую и хроническую лучевую болезнь. Острая лучевая болезнь от 1 до 3-кратного радиационного поражения. Хроническая лучевая болезнь возникает от длительного облучения малыми дозами. Тяжесть острой лучевой болезни зависит от дозы облучения. Первая степень при дозах от 100 до 200 рентген – легкая степень. Вторая степень – от 200 до 300 рентген – средняя степень. Третья степень – от 300 до 500 рентген – тяжелая степень. И четвертая степень – свыше 500 рентген – крайне тяжелая степень. Течение острой лучевой болезни имеет 4 периода. Первый период – несколько часов, дней. Это первичная реакция на облучение. Резкая слабость, головокружение, бледность кожи, колебания артериального давления, резкая головная боль, иногда потеря сознания, тошнота, рвота, понос. Второй период – от 2-3 дней до 3 недель. Латентный, кажущегося благополучия. Временное улучшение, небольшая слабость, потливость, нарушение сна, снижение аппетита, изменения в крови, желудочно-кишечные расстройства. Третий период, вторая-третья неделя и последующие. Выраженное проявление острой лучевой болезни. Повышается температура тела, кровоизлияние на коже и слизистой, язвы на миндалинах в полости рта,
На третью-четвертую неделю выпадают волосы, нарушается свертываемость крови, появляются инфекционные осложнения. Четвертый период восстановления. На четвертой неделе при легкой форме здоровье восстанавливается. При средней и тяжелой болезнь начинает затухать. Наблюдаются последствия малокровия, белокровия, гипертония и другие. Лучевые ожоги происходят от воздействия ионизирующих излучений на отдельные участки тела. Скрытый период от нескольких часов до 3 недель. Появление кожного зуда, покраснение, отечность и боль. В легких случаях признаки ожога постепенно исчезают. Признаки лучевых ожогов средней, тяжелой, это второй и третьей степени. В более тяжелых случаях появляются пузыри. Пузыри сливаются и увеличиваются. Образование незаживающих язв. Способы защиты от радиации и оказания первой медицинской помощи при радиационных поражениях. Защиту людей от внешнего облучения обеспечивают убежища, укрытия, подвалы, погребы, горные выработки и тому подобное. Защитные свойства зданий и укрытий. Индивидуальные средства защиты предохраняют от проникновения радиационных веществ, пыли вовнутрь через органы дыхания. А также предохраняют от загрязнения ими поверхность кожи, но не защищают от гамма-излучения. Наибольшая опасность поражения в течение первых часов и суток после заражения местности. Степень радиоактивного заражения местности определяется радиационной разведкой. Дозиметрический контроль, групповой и индивидуальный, обеспечивает определение и учет степени облучения населения и личного состава формирований. Медицинская профилактика радиационных поражений или уменьшение поражения производится радиозащитными препаратами. Радиозащитное средство номер один. Принимают сразу по 6 таблеток при угрозе облучения или за 30 минут перед выходом на зараженную территорию. При продолжающемся облучении через 4-5 часов и еще 6 таблеток. Радиозащитное средство номер два. Принимают с неконсервированным молоком по одной таблетке ежедневно в течение 10 дней. Средства оказания первой медицинской помощи при радиационных поражениях. Противобактериальное средство номер 2. Противорвотное средство. Гнездо номер 7. Пенал голубого цвета. При возникновении желудочно-кишечных расстройств по 7 таблеток на прием. В последующие двое суток по 4 таблетки. Первая медицинская помощь при поражении ионизирующими излучениями включает а. Устранение или уменьшение дальнейшего облучения. Б. Эвакуация пораженных в медицинское учреждение. В. Уменьшение первичной реакции организма на облучение и профилактику инфекционных осложнений. Противорвотное средство или аэрон. Противобактериальное средство номер 2. Перед входом на незараженную территорию, в помещение или убежище проводят частичную дезактивацию одежды в отведенном для этого месте. Одновременно проводят частичную санитарную обработку. Если радиоактивные вещества попали с пищей и водой, в желудок немедленно принять меры к их выведению. Первое. Дать выпить 1-2 литра воды, чтобы вызвать рвоту. Второе. Принять активированный или древесный уголь и солевое слабительное.
Если невозможно эвакуировать пораженных в медицинское учреждение, их временно доставляют в убежище или укрытие. За больными в разгар лучевой болезни требуется уход. Лучевые ожоги кожи лечат как обычные ожоги. Пища при лучевой болезни должна быть легко усваиваемая, богатая белками и витаминами. При появлении возможности по заключению врача пораженный доставляется на носилках в лечебное учреждение. Комбинированные поражения возникают от одновременного воздействия двух или нескольких поражающих факторов: световое излучение, ожоги, ударная волна, механические травмы, переломы, раны, контузии, ионизирующее излучение, лучевое поражение. Комбинированные поражения взаимно отягощают вредное воздействие на организм поражающих факторов. При комбинированных радиационных поражениях возрастает необходимость проведения профилактики шока и раневой инфекции. Промедол – противоболевое средство. Противобактериальное средство номер 1 по 5 таблеток через 6 часов. Первую медицинскую помощь в очагах заражения радиоактивными веществами оказывают по общим правилам. При оказании помощи принимают меры защиты ожоговых и раневых поверхностей от попадания радиоактивных веществ и бактерий с пылью. После того, как салфетка пропиталась отделяемым из раны, ее удаляют и накладывают повязку. Наложение повязок производят в резиновых перчатках. Для профилактики радиационных поражений кожи проводят частичную санитарную обработку открытых участков кожи. Протирают в одну сторону, каждый раз поворачивая салфетку чистым участком. Отдельными тампонами протирают глаза. Прополаскивают нос и ротовую полость. Радиоактивную пыль с одежды удаляют, выколачивая и вытряхивая ее, стоя спиной к ветру. Учитывая радиационную обстановку, на месте оказывают только самую неотложную помощь. Тушат горящую одежду, останавливают кровотечение и другое. Мероприятия первой помощи продолжают при перевозке или на незараженной местности в убежище. На границе зараженной территории проводится частичная дезактивация и санобработка. Конец.